Общество инвалидов Ленинского городского округа – одна из самых активных общественных организаций муниципалитета. Ее отличает сплоченный коллектив. Его уже долгие годы умело объединяет председатель Наталья Рящина. Здесь и пожилые, и молодежь общаются на одном языке. Вместе отдыхают и путешествуют. Людей объединяет их недуг, о котором, кажется, они забывают, когда встречаются. Атмосфера всегда благоприятная. Вот. Наталья Алексеевна такой человек, что она просто движет недвижимость. Поэтому с ней всегда хорошо. Не нравится здесь. Нравится. Тут я занимаюсь, спортом занимаюсь. Вот в спорт хожу. Езжу по Дольске, в Питер езжу, везде езжу. Мне там нравится отдыхать. На днях общественная организация отметила свое 32-летие. Праздник состоялся в центральной библиотеке города Видное. Свободных мест в зале не было. Здесь и сами виновники торжества, и многочисленные гости. Общество инвалидов просто притягивает добрых, неравнодушных людей. Я бываю в очень многих местах, общаюсь с разными общественными организациями, и могу с полным правом сказать, что действительно лучшая организация и по участникам, и по руководителю, и по тем мероприятиям, которые вы проводите. Поэтому честь вам и хвала за то, что вы делаете и для городского округа, и для Московской области в целом. Председатель общества Наталья Рящина в этот день не сходила со сцены. Как и положено в день рождения, принимала от гостей щедрые подарки. Море цветов и улыбок. Поистине праздничная атмосфера. У нашей организации сегодня день рождения. И мы счастливы, что отмечаем его в кругу самых дорогих для нас людей, которые поддерживали и поддерживают нас на протяжении многих лет. Мы по праву называем вас, дорогие гости, нашими друзьями. Людей с ограниченными возможностями здоровья отличает огромное чувство благодарности. Они не перестают говорить спасибо каждому, кто не остался равнодушным к их личным проблемам. Подарков в этот день и правда было очень много. Их дарили и самым активным членам общества инвалидов. Праздник очень красочный, красивый, тепло очень. И подарили мне массажную подушку. Здорово, да? Теперь будешь массаж делать постоянно? Да. Песни, танцы – это все про ленинское общество инвалидов. Эти люди не умеют грустить. И по их личному признанию, именно хорошее настроение помогает бороться с недугом. Я песню русскую пою душой и сердцем, обнять готова необъятный край родной. Где отчий дом мне кажется, поверьте, что небо тоже обнимается со мной. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.